С начала июня на проспекте начались работы по благоустройству. Уже высадили 180 елей и 1500 сосен. Кроме того, приступили к монтажу металлического ограждения, которое уже в ближайшее время появится по обеим сторонам зеленой зоны – от проспекта Республики до улицы Амангельды. Данное ограждение, вот сейчас, которое устанавливается, будет на навесные цветники еще предусмотрены. То есть сейчас ограждение устанавливается, потом будут цветники. Кроме того, в ближайшее время в зеленой зоне проспекта Металлургов появится искусственный газон, металлические вазоны и даже осветительные шары. По проекту украсят эту зону 16 новых фигур. А вот ротонду, которой власти решили украсить въезд в город, еще только планируют. Сейчас идут конкурсные процедуры, поэтому когда она появится на перекрестке улиц Амангельды и проспекта Металлургов, неизвестно.